Где можно погулять и провести новогоднюю ночь? Сегодня на пресс-конференции городские чиновники и представители общественных организаций рассказали журналистам, как идет подготовка Нового года к праздникам. На площади Минина будет работать новогодний городок. Сейчас там уже установили и украшают елку. По улице Рождественской будут работать ярмарки, а на площади Маркина уже заливают искусственный ледовый каток. По всему городу на время праздников будут работать 87 катков. Их расположение можно найти на интерактивной карте на сайте нижненовгород.рф. А вот движение транспорта на время праздников ограничат. Это коснется площади Минина от памятника Чкалову до улицы Минина, площади Маркина от улицы Рождественская до Нижневолжской набережной. Для транспорта организуют объезд по прилегающим улицам. Заместитель директора департамента транспорта Нижнего Новгорода Валерий Лунев также сообщил, что в праздничные дни за соблюдением правил парковки будут следить строже и эвакуировать автомобили нарушителей. Мероприятия мы разделили на темы, и каждый день будет посвящен какой-то теме. День театра, день кино и мультфильмов, день цирка. И, естественно, вся программа и все, что будет происходить на площадке, будет посвящено конкретно этой теме. Это будет и интерактив, и фотозоны, и мастер-классы, и программа непосредственно на сцене будет посвящена теме дня. Дополнительного парковочного пространства не планируется, то есть, соответственно, там, где будет возможно, соответственно, разместить свое транспортное средство. По прилегающим улицам также планируется перемещение припаркованных транспортных средств, но это связано прежде всего с безопасностью тех, кто будет находиться на празднике.